полномочия его возможности на материальное влияние. И если мы говорим о лидерстве в чистом виде, то я дал такое определение лидерству. Лидер – это тот, кто способен вести за собой, не опираясь на полномочия идей. То есть не опираясь на административные ресурсы и не опираясь на те экономические ресурсы, материальные финансовые ресурсы, которыми им руководитель располагает. Если вы способны завести за собой идею, потому что у вас нужно средства, полномочия, власть, потому что вы так или иначе не можете зарплату своих сотрудников, а вы можете перевести за собой, потому что вы та личность, за которую готовы идти, то вы нет. Уважение к нему является важным
инструментом решения тех задач, которые перед руководителем ставятся, особенно при недостатке ресурсов либо в экстремальной ситуации. Когда все ровно, все хорошо, машина работает, ей не надо мешать, все идет по плану, ну зачем тогда? А вот когда возникает какой-то экстрим, когда возникает какой-то вызов, когда организация попадает либо в ситуацию, угрожающую ее существованию, или когда организация попадает в ситуацию необходимости решить прорывные задачи, либо совершенно новый уровень, тут возникает необходимость лидерства, потому что на них полномочия при материальном вознаграждении обычно такие задачи не решаются. Это первый тезис. Руководитель не обязательно быть лидером, но тем не менее лидеры делают быстрее. Второй тезис. Лидерство может быть вредным. Это действительно так. Знаете, не так давно мне стали попадаться тезисы о том, что для лидера главное – это энергия. Лидерство – это в первую очередь энергетика, которую лидер может заразить других людей. Лидер – это тот, кто ведет за собой, опираясь на свой уровень собственной энергетики. И это отчасти правда, но ограничивать лидерство только этим точно нельзя, потому что в этом случае возникают разного рода угрозы в отношении управляемого объекта. Вот есть такая, так скажем, довольно известная схема, которая на всякий случай скажу, что я сейчас буду ее критиковать. Довольно известная схема, объясняющая по соотношению разных компонентов управленческой готовности для руководителей разного уровня. Ну, вот на линейном уровне, на уровне руководителя первичного звена, руководитель должен быть в первую очередь экспертом, должен обладать выучившие один единственный файл, воспроизводят этот файл,
мне обладает более широкой экспертизой, не понимая контекст, я не умею связать разные процессы времени между собой. Один файл они выучили замечательно, но вот этот файл он может производить достаточно длительное впечатление на руководителей, которые не обладают экспертизой, это очень важно. Если руководитель не принимает неправильные решения... Вы собирались показать мне новые стереотипы? Безусловно. И это очень полезное заклинание. Восстанавливающие эти чары через вещи, словно прямо. Похоже, это крайне полезное заклинание. Даже полезнее, чем может показаться. Как уже говорила профессор Уизли, чтобы вы смогли догнать сверстников, внеклассные занятия у вас будут не только со мной. Другие преподаватели тоже согласились поучаствовать. Но сначала каждый из нас предложит вам выполнить предварительные задания, чтобы оттащить навыки. Я как раз подготовил несколько таких заданий. Выполните их и сообщите мне. Вы быстро освоите репорт. Когда говорим о магическом, мы почему-то так очень часто воспроизводим его... Я сейчас же возьму это задание. Банк канал вверх. Или шатлибер, либо он не лист. Но при этом мы забываем, что важно не только лидерство, но и способность к подчинению. Помните такое выражение Суворова о том, что необходимо научиться повиноваться, прежде чем повелевать. Для него, кстати, по-моему, Салон об этом говорил. Это то самое место. Прежде чем повелевать, научиться повиноваться. Ну, Суворов, сам Васильевич, акцент на повиноваться делал, поставить его на первое место в этом предложении. Научиться повиноваться, прежде чем повелевать. Когда мы смотрим на руководителей, которые проходят у нас оценку, мы видим, что это совершенно разные люди, конечно же, и они очень часто обладают разной выраженностью склонности к лидерству и способности к подчинению. Человек может быть одновременно, но эти точки, которые вы видите на Инстаграме, это результат оценки разных людей, и соотношение лидерства и подчинения у них разное. Кто-то является более выраженным лидером, слабо способны к подчинению. Кто-то, наоборот, готов подчиняться, но не очень способен проявлять лидерство. И в этом смысле, конечно, люди разные, но эффективность руководителя, она зависит в большей степени от того контекста, в котором он работает. Если это руководитель, так называемый второй, например, заместитель руководителя, то он может обладать даже большей выраженностью способности к подчинению, чем способности к лидерству. И в этом смысле все зависит от того, в какой позиции руководитель находится. Вот когда мы смотрим на руководителей разных уровней в иерархии управления, понятно, что склонность к лидерству по мере повышения должности растет, склонность к подчинению по мере повышения должности снижается, но она не уходит в ноль. То есть вот в среднем по выборке там, несколько тысяч человек, руководители сферы управления, мы знаем, что очень важно иметь не только руководить другими, вести за собой, очень важно знать, что ты находишься в чьей-то управленческой команде. Мы недавно строили модель компетенции мэра города, опрашивали тех руководителей, которые являются, так скажем, 100% эффективными мэрами, по разным факторам мы это оценивали. И вот многие из них говорили о том, что эффективный мэр, несмотря на то, что он лидер в своей команде, он должен быть членом команды губернатора. Это обязательно. Не лидером команды губернатора, он должен быть одним из членов команды губернатора. В этом смысле руководитель должен уметь достаточно гибко подстраиваться и в ситуации подчинения, чувствовать себя комфортно. И есть интересные данные, которые говорят о том, насколько выражена ориентация на разные характеристики, руководители разного уровня. Вот, например, есть три таких ключевых направленности руководителя. Это ориентация на поставленные задачи. Когда руководитель ставит задачи, он ее решает. Задача приходит сверху, неважно, согласен ты с ними, согласен. Как ты к ней относишься, видишь, ты в ней смысл, ты считаешь ее бессмысленной, но ты ее решаешь, потому что она пришла сверху. Второй тип ориентации – это ориентация на безопасность. Когда руководителю важно окружить себя комфортом и субъективно оказаться в ситуации личной безопасности, которая не угрожала бы ему и его ближайшему окружению. И третий тип ориентации – это ориентация на собственную стратегическую жизненную идею, которая выступает очень часто основой внутренней мотивации людей. Так вот, ориентация на поставленные задачи растет, ориентация на, к сожалению, стратегическую жизненную идею растет от уровня управления к уровню управления. То есть мы смотрим на 5 уровней управления, видите, как меняются эти три
tipa l'impatto